Однажды, проходя мимо слонов в зоопарке, я вдруг остановился, удивленный тем, что такие огромные создания, как слоны, держались в зоопарке, привязанные тоненькой веревкой к их передней ноге. Ни цепей, ни клетки. Было очевидно, что слоны могут легко освободиться от веревки, к которой они привязаны. Но по какой-то причине они этого не делают. Я подошел к дрессировщику и спросил его, почему такие величественные и прекрасные животные просто стоят и не делают попытки освободиться. Он ответил: когда они были молодыми и намного меньше по размерам, чем сейчас, мы привязывали их той же самой веревкой. И теперь, когда они взрослые, достаточно этой же веревки удерживать их. Вырастая, они верят, что эта веревка сможет удержать их, и они не пытаются убежать. Это было поразительно. Эти животные могли в любую минуту избавиться от своих оков. Но из-за того, что они верили, что не смогут, они стояли там вечно, не пытаясь освободиться. Как эти слоны, сколько из нас верит в то, что мы не сможем сделать чего-либо только из-за того, что не получилось однажды? Пусть у тебя сегодня все получится.